Хуже по публику, да? Дневный выход. Анатолий Васильевич на камере. И хотел сегодня показать укладку, купорку рюкзака для однодневного выхода, который собран на основе однолямочного рюкзака а-ля Maxpedition Sitka, которым торгует интернет-магазин bushcraftshop.com.ua. В чем первостепенное удобство именно однолямочного рюкзака? Это в том, что мы имеем доступ практически ко всему объему, не сбрасывая рюкзак с плеча. То есть, вот в таком он положении находится у нас для транспортировки. Ну, здесь надо подтянуть вот так вот. И если необходимо чего-нибудь оперативно достать, мы его сбрасываем на грудь, на живот и имеем доступ. Здесь у нас нож. Здесь у нас основное отделение, пожалуйста, без проблем. Здесь у нас кармашки. То есть вся конструкция этого рюкзака рассчитана таким образом, чтобы мы доступ имели как с вертикали, то есть в обычном транспортном положении, так и сбоку, когда перебрасываем его на грудь. Это очень удобно. И это основная фишка, которая добавляет эргономичности и удобства использования данного рюкзака. Единственная проблема это в том, что карман для фляги в данном случае вот здесь он находится снизу, то есть доступ не всегда удобный, но эта проблема тоже решается. Вы можете либо сбросить рюкзак, либо использовать это пространство для фляги уже когда перебрасываете его на грудь. Вот здесь не совсем удобно, но опять-таки это компромисс. Зато здесь по фронту у нас тропомоли и оборудование, которое мы на него навешаем, как в данном случае это Glock 78, в очень быстром оперативном доступе. Кстати, флягу можно повесить тоже с этой стороны. Здесь на единственной или основной лямке имеется застежка типа Fastex для быстрого сброса. То есть, ну и одевать также можно. Когда вы в плотной зимней одежде, капюшон, а капюшон всегда мешает одеть, снять рюкзак. В одно движение и он сброшен. Ну, давайте посмотрим, что здесь в серединке. Самое интересное. По фронту. Здесь у нас, как мы видим, так называемая Y-утяжка. И с одной стороны кажется, что это баловство. Но на самом деле вещь крайне необходимая. Почему? Потому что она, ко всему прочему, еще стягивает рюкзак снизу. Если мы обратим внимание, вот эта стропа проходит вот снизу. И если есть дополнительный объем, который мне нужен, эта стропа легко выбирается. И таким образом делает укладку не такой расхлябанной, а очень компактной и сбитой. Хотя, справедливости ради, при использовании она немножко бывает и мешает. Я многие видел пользователей, ее просто убирают, эту стропу. Вот так вот она, да? Значит, здесь у нас верхний карман. Здесь ехала камера, на которую Толик сейчас снимает. В быстром доступе очень, очень удобно. Надо, положил, надо, убрал.
И здесь же едет у нас налобный фонарик, потому что выход непонятно насколько затягивается. Непонятно, возможно, придется в темноте возвращаться. И налобный фонарик, он, конечно, не в пример удобнее, чем просто ручной. Руки свободны, идти очень легко. Куда посмотрел, туда и светишь. Не надо это все дело коррелировать, контролировать постоянно. Укладка эта, хочу сказать, она экспериментальная. Я никогда не делал подобное. Это пробный выход. Посмотрим, насколько хорошо, насколько удобно. Поэтому... ну, наверное, не судите строго. Нижний фронтальный карман. Вот так вот он у нас расстегивается. Здесь у нас он минимально загружен. Почему так? Потому что вот этот вот объем, который находится дальше от спины, он должен быть максимально легким для того, чтобы не оттягивать. Здесь у нас нож Victorinox 4-рядник. На всякий случай, мало весу. Но такой необходимый инструмент, как пила, как ножнички, всегда пригождается и необходимо. Здесь у нас по опыту прошлого выхода, когда собака чуть не утонула, моток паракорда 30-фунтовый. Здесь у нас индивидуальный перевязочный пакет. Сейчас вот так вот сделаю. Неполноценная аптечка. Это только First Aid Kit. Это перевязка для травм, для ран, для ушибов, для частично переломов, для проникающих ран. Ну, в общем, перевязочный пакет. Не полноценная аптечка, еще раз повторюсь. Вот это все вот в такой вот косой карманчик. Толя, ну покажи. Вот такой вот косой карманчик хорошо укладывается. И сюда же вот, ну, чтобы не болтался. Так-с. Это у нас... не загруженный фронтальный карман. Здесь у нас еще есть маленькая тележка. Вот здесь оно хлястиком таким перекрывается. И здесь у нас находится небольшой БК. Совсем небольшой. Но на всякий случай, для того, чтобы было. Дальше. Ага, кнопка, да? Вот эта вот ручка очень удобна для того, чтобы... транспортировать этот рюкзак именно вот в таком вот, ну, горизонтальном положении. Для вертикальной транспортировки здесь тоже есть ручка, которая при необходимости можно использовать. Дальше. На левом фронте у нас стропа, ну, моли не моли, но, в общем, горизонтальные стропы. В данном случае здесь находится основной нож, основной походный нож, это ГОК 78, легкий быстрый доступ в случае необходимости. У меня нету ни полноценной пилы сегодня в выходе, ни мачете, ни топора, поэтому этот нож, это основной нож по благоустройству лагеря, это дрова, это чего-то порезать и так далее, основной нож. Так, здесь у нас D-образное кольцо, если честно, ну, для подвески какого-то оборудования на эту строчку. Ну, например, на карабинчике там пристегнули фонарик, камеру, ну, фотоаппарат, все что угодно. И перед тем, как переходить к основному отделению, здесь у нас задняя сторона, здесь задняя сеточка, дышащая к телу. Очень хорошо, но это актуально больше летом. Ну, не знаю, есть и есть. И под нею вот такое вот отделение, довольно-таки глубокое. Здесь ничего нету, но этот рюкзак в режиме EDC, городского EDC, здесь очень удобно хранить средства индивидуальной защиты. То ли пистолет, то ли газовый баллон. И, я вам скажу, здесь удобно еще транспортировать какие-то документы. Лист формата А4 сюда, наверное, не войдет, но... плоское отделение, то есть удобно для тех вещей, которые есть вероятность помять и так далее. Так, раз мы уже сюда обратились, покажу еще одну фишку. Дело в том, что этот рюкзак можно фиксировать. Вот здесь вот есть специальный карманчик. Здесь находится вот такая вот стропа. И при помощи этой стропы рюкзачок из, скажем так, условно однолямочного, да, превращается... ну, не в двухлямочный, но вот эта вот стропа, она дополнительно фиксирует рюкзак на теле. То есть, когда у нас длительный переход, когда у нас есть вероятность того, что, ну, бежать, да, это все может смещаться, то пристегнули стропой и вперед. Если она не нужна, то она убирается опять-таки
вот это вот внутреннее отделение. Оп, задвинули ее и все, ее нету. Дальше, дальше больше и самое интересное. Основное отделение. Здесь у нас все на сегодняшний день очень просто. Две чашки Вилда 600 мл для приема пищи. Пластиковые, раскладные. Мы же вдвоем столиком, поэтому две. Здесь у нас одна ложка и где-то тут... Вторая у меня. Не, подожди. Тебя-то есть, но я же брал две ложки. Странно, потерялась. Потерялась и я, да? А может одну взял? Не знаю. Так, и здесь у нас укупорка для приготовления и приема пищи. Здесь у нас, опять-таки, из прошлого опыта космическое одеяло, ну или спасательное одеяло, как его еще называют. А, вот она, ложка выпала. Вот она, вторая. Есть, готова, нашла. Тоже Вилда, пластиковые ложечки, космическое одеяло, необходимая вещь. И здесь больше ничего нету, кроме вот такой вот укупорочки. Это у нас, соответственно, ружье. Опять-таки, я не браконьерю. Ружье мне нужно исключительно под задачи. Кто-то написал когда-то самооборона. На самом деле это не самооборона. Мне интересно изучение и экспериментальное изучение вопроса транспортировки оружия, перемещения с весом и так далее. Собственно говоря, для этого ружья и взят с собой боекомплект. Вот оно. Ружье Safari T. Небольшой запас патронов здесь у нас прямо на прикладе. И, соответственно, небольшой запас патронов на внешнем кармане. Вот этот вот чулок, как его называют, ганбаг, очень компактно при необходимости складывается в рюкзак и не занимает много места и достаточно легко транспортируется. Вот. Так, ружье. И, собственно говоря, по правому борту рюкзака здесь у нас находится фляга. Обычная фляга армейской армии США. По-моему, М65 или 68 она называется. Здесь почти литр воды, как и принято в армейских флягах. И возникает вопрос, зачем за собой тащить жидкую воду, если вокруг очень много снега, есть ручьи, есть речки. Но дело в том, что иногда очень хочется попить, и необходимо попить, а зимой пить не менее важно, чем пить летом. И есть снег, охлаждать себя изнутри это очень опасно. Поэтому я беру с собой жидкую воду, ее здесь немного, но при необходимости она есть и есть, и пить. И не только есть, но еще и пить. Ну и приготовить пищу. Ну, можно. Пищу приготовить, да, ее может не хватить, потому что откровенно немного, да? А вот... Ну, по крайней мере, заварить чаю. Да. Так, теперь укупорочка. Я рассчитывал на двоих человек и на разовый прием пищи. Котелок на 800 мл плюс вот такая вот крышечка, которую можно, ну, дополнительно воды приготовить, скипятить можно использовать как чашку, как миску и так далее. Так, это влажная салфетка, пакетик чая, пакетик меда. Ну, скажем так, да, баланс. Здесь у нас пакет с растворимой картошкой. Одного пакета на двоих, наверное, раз покушать вполне. И вот такая вот, соответственно, банка булгур с мясом курицы. Вот это вот всего на двоих покушать, еще и собаку покормить, я думаю, вполне. Ну и плюс пакетик с сахаром, что-то он тоже сюда попал. Как мы видим, газовой горелки у нас сегодня здесь нету, но я вам скажу, в такую температуру она и бесполезна. Она плохо горит, нужно либо использовать горелки с комбинированным топливом, либо с жидким топливом на бензине, либо, соответственно, ожечь костер, чем мы сейчас и займемся. Еще одно очень важное дополнение, здесь же в верхнем отделении, здесь у нас визитка магазина bushcraft.shop.com.ua, который, собственно говоря, и продает эти самые замечательные рюкзаки. И здесь же лежит
Вот такая вот коробочка туристических спичек, которые хорошо горят и которые в прошлый раз очень неплохо себя показали. Хорошо разводится костер, горят на ветру, уверенно дает хороший жар, уверенный жар для разведения костра. Там надо, да, небольшая сноровка, потому как они не так, как обычные спички горят. Иногда приходится по несколько раз чиркать для того, чтобы... Вот у нас ковылек, который мы нашли по дороге, хорошо используется для растопки. Мелкие дровишки от него загораются очень даже неплохо. Тут такое дело, опять без приключений не обошлось. Сосны сломал ветку, вот она, ну только покажи, вот она, собака грызет. А ветка возьми и сломалась на три части, на две. Вот это одна, а вот она вторая. Вот. Это контролируемая, а вот эта вот большая, прям вот этим уголком и саданула мне по башке. И она, наверное, вскользь, да, Толь? Да я не видел же как, ну, острием могла, да. Да, ну, в смысле, ну, краешком. Да, сбоку. Вот, и, наверное, повезло, что просто по касательной прошло. Если в темочка могло бы быть хуже. Маленько похуже. И здесь оно меня немножко подкровотачивает. Да, есть немножко. В общем, вот такая вот штука, где находятся всякие средства первой медицинской помощи, в том числе, ну, это перевязочный пакет. Они в край, конечно, необходимы. Потому что если бы сейчас эта палка прошла бы где-нибудь по артерии более-менее серьезной, сейчас бы все кровище бы залил бы. А так немножко просто промокнуть, при необходимости привязать, остановить кровь, вещи незаменимые. Вот сейчас мы просто обходимся, салфетки, стерильные салфетки. Вот я сейчас приложил, может под шапку действительно спрятать, да, Толь? Да, конечно, ну разве сверху шапкой натянуть? Вот. В общем, неприятности такие иногда случаются. Вот такой вот случай. Покажу содержимое. Ну, здесь, как их называют, пластырные уголь, активированный, это по случаю здесь. Дальше вот такая вот заклейка компрессионная. Еще одна большая заклейка. Алкогольная салфетка. Ну, ты бы понял, да? Со спиртом, да. И вот такая вот марлевая завязка. Ножнички и бинт. И бинт. Не бинт, а бандаж, как он правильно называется сейчас. Это у нас... Даже ножнички есть. Ага. Это у нас эти. И ножнички, да, для удобства. И булавки там, если внизу посмотреть, для того, чтобы фиксировать. Для того, чтобы фиксировать. Вот такая... Вот такой вот наборчик. И здесь была стерильная салфетка, которую уже потратили на то, чтобы, может, протереть спиртовой ранку, нет? Ну, а ну покажи мне на голову, Толь, чтобы там видно. Ну да. Не, не сочится? Ну оно уже не сочится так, но как бы трошки. Ну проступает и немножко, да. Кровь? Не, ну она не проступает уже, ну как бы. Я понял. Ну не течет уже. Ну я понял.